забрасывали шайбы, как развивались события в этом матче. Ну и потом мы с вами уже расстанемся на какое-то время. Итак, как все начиналось? Первый период, 8-я минута, Прохор Корбет. 1-0, Никита Малмыгин у него в качестве ассистента. Дальше, на 10-й минуте, сравнивает счет Иван Лапшин. Здесь ему передачу сделал Артем Терещенко. После этого в первом периоде ОРЖ снова выходит вперед, забивает Ярослав Сергеевский, Артем Клавдиев и Владислав Ковалев. Выступает у него в качестве ассистентов. И со счетом 2-1 заканчивается первый период. ОРЖ в счете ведет. Начинается период второй. Здесь новый вратарь выходит у Тайфуна. Вместо Шарова появляется Синегубкин. И Тайфун забивает. Сначала Иван Хрунин на 22-й минуте сравнивает счет. Максим Рогозин ассистент. Затем 29-я минута. Отличается Илья Овечкин. В ассистентах у него Иван Бунов и Леонид Пасманик. Там еще просмотр брали тренеры ОРЖ по этому эпизоду, но никаких там вообще нарушений не было. После этого 35-я минута, первый гол в молодежной хоккейной лиге на счету Руслана Абдулаева. Кирилл Мамитев и Егор Карев также участники этой голевой атаки в формате 3 против 1. 39-я минута. Тайфун отбирает шайбу у ОРЖ на выходе из зоны. И Трапезников под бросок выкладывает Барабашу. И тот пробивает Зиновенко в последний раз сегодня. Потому что дальше на третий период при счете 5-2 выходит играть у ОРЖ Пакин. Пакину забивают спустя 2 минуты от начала третьего периода. Делает это опять Илья Овечкин. Леонид Пасманик у него в качестве ассистента. 47-я минута игры. Здесь уже Тайфун просто разрывает своих соперников. И Данила Барабаш отправляет 7-ю шайбу в ворота. Александр Трапезников выложил ему под этот бросок. Михаил Еремеська тоже здесь в качестве ассистента. 48-я минута, забивает Павел Елизаров. Вот такой бросок. Иван Хрунин и Илья Горев ассистенты. 49-я минута, забивает Иван Хрунин. Руслан Абдулаев к первому голу в МХЛ добавляет и первую передачу результативную. Также Максим Рогозин здесь в качестве ассистента. На 51-й минуте Иван Бунов забрасывает свою шайбу. На этот раз ему отдавал Илья Овечкин. Ну и последний гол этого матча мы увидели на 53-й минуте. Его автором стал Максим Рогозин. Иван Хронин и Михаил Билый ему ассистировали. Счет стал 11-2. И после этого уже счет на табло не менялся. Хотя вот начиная с 56-й минуты несколько удалений подряд зафиксировали арбитры. И в одну